находимся в городе Кайлери. Это столица Сардинии. Живем на самой вышине и спустились к морю. Вот здесь вот порт. Остановились в парке в этом небольшом, потому что поразились этому фикусу. Вот у нас дома есть фикус, он у меня растет, прет. Я говорю, скоро он всю квартиру заполонит. Но я понимаю, что он может заполонить дом, а не квартиру. Вот такой фикус. Это просто нечто. Вот тут такой видно климат, что он так вырос. Это великолепно, это интересно. Ну просто чудо природы. Позади меня личности, как они называются, девиантные личности, которые отдыхают в этом парке. А вообще тут погода сегодня такая, что не погуляешь. Вот написано по прогнозу, сегодня весь день вот такой вот дождь. И, конечно, простоять тут 4 часа, потому что у нас 4 часа до отлета, а уже остается, я не знаю, сложно. Наверное, сколько-то простоим полчасика, а потом под этим фикусом, а потом пойдем короткими перебежками еще куда-то, может, в ресторан, потому что, ну а что, ну а где? Вот прямо реально нету никакого такого места, где можно было... А, музей, вот, ну сейчас, может, в музей какой-нибудь пойдем, потому что, ну а что под дождем-то делать? Музей смотреть. Всем привет из Кайлери, Сардиния.